Даже самый хороший детский дом не заменит семью. Исходя из этого соображения, в 2006 году в России был запущен проект «Крепкая семья», куратором которого стал председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Статистика показывает, за последние годы российские семьи стали крепче, а в детских домах с каждым годом все меньше детей. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, за последние 5 лет действия проекта «Крепкая семья» в России на 30% сократилось число детей, оставшихся без попечения родителей. Это очень серьезное сокращение, которого мы добились, в том числе путем борьбы за каждую семью, отметил омбудсмен. Прогнозы скептиков о том, что из-за ограничения на иностранное усыновление в России вырастет число социальных сирот, не оправдались. Число детских домов сокращается. Все меньше детей остаются без заботы семьи, собственной или приемной. В Ненецком округе также ведется работа в этом направлении. Окружное управление региональной политики и информации приступило к реализации проекта «Ненецкий округ без сирот». В рамках программы к 1 сентября у каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей, появится видеопаспорт. Сотрудники телеканала «Север» выезжают в то место, где дети из детского дома отдыхают в настоящее время, отдыхают до конца лета. Там будет произведена видеосъемка для видеопаспортов и слайд-шоу на каждого ребенка. Также у нас есть договоренность с другими телекомпаниями в других регионах по участию в программах тех телекомпаний и наших детей.